Чудные погоды, стоящие в наших краях, держат в тонусе коммунальщиков и службы благоустройства. За сезон уже вывезли из города более 100 тысяч тонн снега. В прошлом году к этому времени на полигоны выгрузили всего 65 тысяч. Каждый день несколько рейсов совершают около 70 самосвалов. Вывозят снег в основном ночью, днем на дорогах слишком загруженный трафик. В выходные работа усиливается, докладывает первый вице-мэр Владимир Василенко. Она будет организована в период новогодних праздников. Мы не будем возить снег только 1 числа. И не будем возить снег 7 января. Все остальные дни будут организованы в круглосуточном режиме. Каждый день на уборку дорог выходит около 300 единиц спецтехники. Дворы и тротуары чистят мобильные малогабаритные погрузчики и дворники. На борьбу со снежными заносами брошены все силы. Хотя этого и недостаточно для большого города, говорит глава Самары Олег Фурсов. В условиях существующих будем работать. И есть приоритет по дорогам, мы, исходя из этого приоритета, город вычищаем. Я думаю, если погода даст нам передышку, то мы, в общем-то, достаточно организованно снег вывезем. Несмотря на праздники, работу коммунальщиков будут жестко контролировать административные комиссии районов. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков, «События».